Привет! Это Майнкрафт, но когда Бафксолотль умирает, с него падает ягодный пирог. Почему я здесь? Немного сушит. Приплыли! Блок сыра. Просто сыр. После поглощения ты чувствуешь себя сыром. Я чей-то сыр. Мишень, которая будет писать, что ты лох, каждый раз, когда ты не попадешь в цель. Ветер, который сдувает снаряды и выброшенные предметы, но дует не всегда и с разной силой. Тут есть три режима, три скорости ветра. Это первая скорость. Уже по чуть-чуть сдувает, но не так сильно. Разбросаем блоков, они, если что, тоже движутся, если вы не заметили. Вторая скорость. Тут уже сложно сопротивляться. Но можно. Третья максимальная скорость. Если что, нас толкает невидимый слизень. Ведро из воды, в которое можно набирать блоки. Хочу, чтобы сушитель не гудел, а кричал «Бав!» «Бав! Бав!» «Бав!» Бав! 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 Если дать зайцу стак моркови, то он превратится в гиганта. На этом все. Пишите свои идеи в комментариях. С вами был мистер Бав. Всем спасибо за внимание, всем удачи, до свидания.